Hello, everybody. Всем привет, всем привет, всем привет. Друзья, подождите, сейчас я должна подключить свою подругу. Wait a second, please. Привет! Моя девочка, любимая моя. Слушай, две Алисы, это просто... Девочки, можете загадывать просто желание, потому что вы в эфире с двумя Алисами. Я сейчас переведу, потому что у меня тоже англоязычная есть. Давай, пускай подписываются. Guys, today we have live. We came live because... My girlfriend, she's a best makeup artist. Лучшая визажист в Крыму. She's the best makeup artist in Crimea. And we want to show you which makeup is good and which one is not very much good. So follow us and you can stay today with us and follow our recommends about makeup. Я перевела просто своим подписчикам, что нужно следить за нами, и мы сегодня проведем экскурсию по своему макияжу. Да, котик, будем разбирать с тобой твою косметичку просто по жести. Но я видела, у тебя очень много крутых продуктов, потому что ты постоянно колесишь по Европе, и у тебя ты просто шопоголик. У меня тут такие... средство для макияжа в Beauty Free мне очень нравится, да. Потому что там лучшие цены и лучшее качество, я считаю. Когда карантин закончится... Я редко крашусь последний месяц. Да. Когда карантин закончится, я тебе тоже заказик сделаю, привезешь мне. Обычно ты мне сумки привозишь с Европы и часы, а теперь хочу косметику, котик мой. Конечно, да. Мы с тобой, как всегда, Алиса, с опозданием на 6 минут. Мы просто с тобой не можем прийти, понимаешь? Просто, ну, ладно. Мы всегда опаздываем. Две Алисы, мы всегда опаздываем. Минимум на час везде, если кто-то нас ждет. Но ты еще больше опаздываешь, чем я обычно. В этот раз ты быстрее сориентировалась. Потому что я готовилась. Я со школы, со студии даже свет привезла, проб света. В итоге у тебя свет намного круче, чем у меня. Понимаешь? У меня подчеркнуто все вообще. Все, что можно, не можно. А ты красотка даже без макияжа. Вообще, I don't have makeup, guys, now. And we want to do it right now, after some minutes. But first, we will drink. Сначала мы выпьем. Because I ask you all to take some glass of wine and to celebrate this Friday with us together. Давай, Зай, выпьем. Люблю тебя, крошка моя, очень скучаю. Я тоже соскучилась. Кстати, знаешь, что интересно? Я недавно пошла в магазин покупать сигареты. И продавец в магазине мне говорит, девушка, я очень извиняюсь, а скажите, пожалуйста, у вас есть паспорт? Я была в таком шоке, думаю, ну неужели я настолько аппетитно прям выгляжу, что я... Ты всегда выглядишь на все 100%. Кстати, давай спросим у подписчиков, интересно, сколько мне лет? Вот кто что напишет? Guys, my followers who follow us right now, I want to ask, what you think? How old is my girlfriend Алиса Юрчук? What do you think? What is her age? Давай, у меня такой румянец розовый от венца, что мне уже, наверное, даже макияж не нужен. Ты и так красивая, Зай. Зачем нам вообще макияж? Давай о чем-то другом поговорим. Слушай, ну уже один правильный ответ я вижу. Третьих, помло, очевидно, а вот... 31. Да, ту-ту-ту. Yes, my girlfriend is 33. Ну, там писали приятные моменты. Что 23, 24, думаю... А? Кто-то говорит 63. Ну да, и 45. Хейтеры.
Это, наверное, на какой-то коронавирус подействовал, понимаешь? Нужно просто, очевидно, гадости говорить. Моя... Алис, ты видишь, кто нам пишет? Мамочка моя любимая, my mother is online too. Я Мамочка. Вас Да. Вот, заутерён... Скажи мне, давай так, а? Это такой румянец появился сладкий. Зачем это... тебе вообще... Это сухое красное крымское вино, котик мой. А у меня зая. Что тут у меня? Что тут у тебя? Вот тут у меня. Ой, блин, что-то у меня начинает болеть голова. Боюсь, что это коронавирус. Еще к залпам. Перестань. Алиса, слушай, знаешь что? Знаешь, что как-то я не про. Мы с тобой разговариваем, такое чувство, что мы не в прямом эфире, а просто сидим у меня на кухне, либо у тебя. Но я считаю, что это классно, потому что мы должны всем. Я вообще за естественность. Ненавижу. Мы сидим в Инстаграме, мы ходим без фильтров. Сейчас мы сидим. Мы сидим без макияжа совершенно. У меня ни тона, ничего, и у Алиски тоже. Такой вот румянец природы. Поэтому мы всегда за правду. Да, за правду. Собственно, почему я хотела сделать с тобой прямой эфир? Потому что ты же знаешь, что мы с тобой подружки уже много-много лет, но мы можем с тобой не переписываться по полгода, но тем не менее мы будем самыми лучшими подружками. Да. Ты же знаешь, что всегда, что как происходит, я тебе пишу. Если я перестаю наблюдать тебя в прямом эфире, либо в историях, ты пропала, все, я пишу и спрашиваю, что случилось, ты где? Да, всегда так. Просто иногда, ну, настроение нет, снимаешь что-то в Инстаграм, а мы с тобой, правда, очень редко созваниваемся, когда на расстоянии находимся, но все равно в этот раз, когда я уехала, мы же с тобой заранее договорились, что мы будем немножко хоть на связи, а в этот раз мы немножечко созваниваемся, хоть... Две недельки, первых вообще, правда? Да, первую неделю мы вообще хорошо выдержали, когда я в Турции еще была. Да, потом я в Турции была. Слушай, котик, знаешь, что хотела спросить перед тем, как мы начнем с тобой делать нереально крутой макияж? Всех сейчас беспокоит один вопрос. Что же происходит в Европе? И как именно ты, да, человек, который там живет практически постоянно, как ты переносишь эту самоизоляцию? Потому что мы это испытали только вот ближайшую неделю, и я тебе хочу сказать, что я схожу с ума, потому что 6 дней я нахожусь одна в пустой квартире, и, ну, как бы, как я не сопротивлялась, я 6 дней терпела прямые эфиры, бесполезные, полезные, любые, да, и я думаю, я не буду, как все, делать прямые эфиры, потому что, ну, честно, раздражают там. Половину информации нужно фильтровать, потому что, особенно по поводу моей профессии, это просто ужас, и мне обидно, что люди впитывают в себя ненужную информацию. А что по поводу твоей профессии? А? А что по поводу твоей профессии говорят? Ну, что делают все прямые эфиры, истории, онлайн-марафоны, те, которые, в принципе, ну, некачественные. Ты же знаешь, я очень строгий учитель, и мой характер таков, что ко мне идут учиться те, кто уже заранее знают, что я очень сложный человек, но я действительно научу. И да. Когда я вижу тяп-ляп и абы как, у меня это прям вызывает ужасное раздражение, и я готова была выкинуть телефон уже вчера, потому что это была жесть. Ты мне написала. Инстаграм меня достал, ты мне написала. Да, я не могу смотреть куча неправильной информации. Но я сдалась и подумала, господи, что же делать, нужно что-то делать. И если не я, кто, да? Кто, конечно, кроме нас, будет нести хорошую, позитивную, правильную информацию в массы? Какая я высокомерная сучка, а? Да, нет, ты говоришь все правильно, все так и есть на самом деле. Все как всегда прямолинейно. Устраивают разные марафоны, непонятно зачем. Эти люди не являются специалистами по, ну, своему профилю. И да, они просто пытаются сейчас заработать непонятно на чем. Я тебя прекрасно понимаю, это раздражает, тем более это твоя профессия. Ты визажист, и тебе хочется, чтобы люди, которые обучают, они реально обучали.
Конечно, потому что потом ко мне приходят переучиваться после других, и это намного сложнее переучить, чем с нуля. О, мой муж. Муж мой любимый. Мой муж любимый. Слушай, как у тебя муж? Как вы сейчас вместе или вы на расстоянии? Расскажи, что у вас там? Ну что, мы должны были встретиться в Тунисе и оформлять определенные документы для того, чтобы уже семья воссоединилась. А ничего не получается, потому что что? Карантин. Никакого Туниса, никакого отдыха, никаких документов. И в итоге наша любовь продолжает проходить испытания. И мы, ну, в принципе, как всегда уже на протяжении 2 лет... Любим друг друга, и это еще раз, а? Хочу любовь победить все, потому что вы уже через столько прошли, уже столько времени прошло. Я думаю, это должно быть последнее испытание, этот коронавирус, потому что это испытание, ну, как бы для всех сейчас, и для всех пар. Может быть, даже лучше, что вы находитесь на расстоянии, потому что если бы вы находились, как я, со своим молодым человеком, уже месяц нахожусь дома, мы просто никуда не вылазим. Слушай, самое интересное, что наши мужья иностранцы, да, и оба, мой муж араб, твой муж иранец также, да? Да. Мы сегодня с моим любимым обсуждали, он готовил кебаб, и скинул мне кучу классных фото, как он кушать готовит, как это все красиво, и он мне говорит: Алиса, я буду готовить тогда, когда я буду хотеть, а когда я не буду не хотеть, я не буду готовить. А я же русская женщина. Я говорю: ты знаешь, можно я тоже так буду делать? Я буду, когда хотеть, готовить, когда не хотеть, не буду готовить. А он мне говорит: что когда я захочу, тогда я приготовлю. Если не хочу, не буду. Да, а он мне говорит: Алиса, судя по историям Алисы, Мегастар, твоей любимой подружки, в принципе, так и будет, потому что ее молодой человек, будущий супруг, очень хорошо готовит так же. Меня готовит, честно. Я могу признаться, он готовит лучше меня. Он и барбекю может классно устроить. И вчера мы делали бургеры, прям супер вкусные, он сам делал. Он очень классно готовит. Плюс еще он умеет готовить их национальные блюда иранские. Тоже интересно попробовать. И тоже, наверное, кебаб. Потому что у меня кебаб сегодня очень красивый. Баранина. У них постоянно баранина. Они постоянно баранину едят. Ну, я, кстати, до того, как я встретила своего молодого человека, не буду его называть по имени, потому что мало ли кто-то его найдет, а у него закрытый аккаунт, никого все равно не добавляет. Не буду говорить все равно его имя. Подожди, о чем я говорила? Слушай, я хватит, пока вина у меня уже голову дало. Про блюда, да? Про блюда, то, что... Что я сказала изначально? Коди, это первый бокал вина или нет? Это первый бокал, честное слово, вот у меня осталось. Давай выпьем, может, вспомнишь. Ты сама не помнишь, что я говорила. Слушай, мне начинает нравиться делать прямые эфиры. А? Мне начинает нравиться делать прямые эфиры. Я так думаю, что точно, Алиса, мы с тобой сделаем серию макияжа для себя. Сейчас мы с тобой поболтаем, потом сделаем крутой макияж, нюдовый, идеальный нюд. А потом сделаем серию идеальная стрелка, растушеванный, смоки. У нас полный сегодня нюд. Правильно? Да. Да. We have to say we will do makeup after some minutes, and we will show you because today I have in my life account the best makeup artist in Crimea. We will do makeup with the nude that you can look to yourself, and you can say that you don't have makeup, but actually you have, and you are beautiful, but without makeup, and everybody think that you don't have makeup. Я надеюсь, я ясно изложилась на английском языке. Я думаю, что это будет интересно для всех. И, кстати, такая очень классная идея. Я предложила своим подписчикам, те, кто будет смотреть наш прямой эфир, также мне в личное сообщение скинуть свои макияжи после нашего прямого эфира. И косметички, и мы их разберем. И, наверное, Алиса,
И тебе, кстати, тоже было бы круто разбирать со своими подписчиками их косметички и обсуждать нюдовый макияж. Ведь после нашего прямого эфира ты уже, в принципе, дипломированный визажист по нюдовому макияжу. Ну, не совсем. Мне еще учиться и учиться у тебя, конечно. Я знаю, как у тебя проходят уроки. Я не раз бывала на твоих уроках, и я понимаю, насколько у тебя все серьезно. Поэтому я думаю, от одного эфира я не научусь, конечно, макияжу на 100%, как ты это умеешь. Но я постараюсь. Я буду делать выводы, я буду смотреть, как это все делается, и ты мне будешь корректировать. Что-то я, может быть, неправильно делаю. У меня, кстати, есть большая-большая проблема. Когда я делаю макияж, мне хочется спросить твой совет. Когда я делаю макияж, и я наношу как бы контур, ну, чтобы контур, как это говорит? Получается пятно, да? И у меня получается такое пятно, что здесь непонятно что. Здесь у меня хайлайтер, здесь у меня белое, здесь черное. А все непонятно... потому что что? Ты используешь бронзатор? Бронзатор? Нет. О, нет. Моя хорошая. Вот первая интересная информация. Конечно. Немножко сейчас тупим, потом опять вернемся к нашему разговору по поводу карантина, но что касается вот этой ситуации. Хайлайтер очень, да, яркий свет, перламутр, свечение. Корректор матовая текстура, очень жестко матовая. И когда ты прорабатываешь, и в этих зонах у тебя идет стыковка хайлайтера и матовой текстуры, у тебя получается очень некрасивый ряд, не у тебя, у всех, резкая стыковка. И поэтому нужно всегда использовать бронзатор. Что такое бронзатор? Это, да, что-то с мерцанием и темного оттенка такого, да, обычно это теплые оттенки, конечно. И этими моментами мы всеми сглаживаем все переходы. Тогда получается идеальный переход, я тебе сегодня покажу. Давай вернемся к разговору про карантин, потому что я понимаю, что у нас это все только ждет. Хотя я верю, что Россия покажет всем. Россия покажет всем, кто в доме хозяин. Потому что мы просто обязаны провести 9 мая, конечно, на площади. Мне кажется, у Путина есть какой-то жесткий план. Хорошо, не 9 мая, но, по крайней мере, в июне мы будем все живы, здоровы и будем работать. Почему-то, я уверен, хотя у меня белорусский паспорт, быстрее выдайте российский, потому что я жесткий патриот. Вот честно, я почему-то чувствую себя спокойно. Я уверена, что у нас не будет такой нереальной эпидемии. Ты находишься в Крыму. Крым у нас изолирован от всего мира, в принципе. Поэтому ты себя чувствуешь уверенно и хорошо, и ты чувствуешь никакого страха. Я сейчас нахожусь в Испании, и у нас, по-моему, мы сейчас стоим на втором месте по летальным исходам за сутки. И я могу сказать, что здесь обстановка очень-очень напряженная. Здесь правда страшно выходить на улицу. Мы как каждый раз, когда покупаем продукты, мы обрабатываем. Я тоже сегодня обрабатывала. Либо мылом мы все моем, все, что находится в пластиковых, ну, в пластике мы мылом моем. Если что-то, как бананы там или фрукты, мы просто сбрызгиваем водкой. Я тоже купила водочку перепелиную. И когда у меня закончилось винцо, я думаю, ну неужели я на водочку перейду? И меня спасла доставка. Доставка продуктов. А у вас есть доставка? Нет, мы должны... И дело в том, что мы даже не можем вдвоем выехать в магазин. Вот буквально вчера мы выехали вдвоем в магазин, и нас остановили полицейские. Буквально 100 метров от дома, и сказали, это последнее предупреждение, если вы еще раз вдвоем поедете в одной машине, то вам штраф грозит 100 евро. И в итоге я пешком пошла домой. И, ну, короче, здесь обстановка вообще очень плохая. Я могу сказать, что я уже месяц почти сижу дома, я так устала, я себя чувствую, как на доме 2. Два я была на острове, так я себя сейчас и чувствую, что я как в тюрьме.
Ну, только, наверное, с любимым человеком намного лучше, правда? Спокойнее, чем на доме два с... Было с любимым человеком. Да, но... Кстати, очень классный у тебя любимый человек был, но помимо его на доме два было много асоциальных людей, с которыми у тебя были постоянно конфликты. А здесь просто на смолчание. Мы уже перешли на ту стадию в отношениях, когда мы находимся уже месяц в квартире, мы просто молчим. Мы друг с другом пытаемся не разговаривать, потому что, ну, понятное дело, надоели друг другу за это время, не выходя даже никуда. Ну, как бы это нормально. Это бытовуха называется. Ты знаешь, как многие приколы сейчас ходят, что испытания, разводы потом... увеличится статистика развода. Нас наоборот сплотит, просто каждому человеку нужно найти свое занятие, да, чем он будет заниматься в жизни. И на данный момент я просто сижу дома, и как бы мне нечем заниматься, кроме того, чтобы убирать. Я как домохозяйка, как бы, просто убираю, готовлю, там. Поэтому я жду не дождусь, пока карантин закончится, пока эта вся эпидемия, или как это говорят, пандемия. Да, не пройдет, и я хочу заняться своим делом наконец-то и уйти немножко в себя. Ну, потому что у тебя было запланировано очень крутое дело. А? В дом, мы жили в доме или на вилле где-то, было бы попроще. А мы живем как бы в квартирке, и у нас видно, у нас 3 комнаты, 4 стены, и все равно туда-сюда уже месяц гоняем. С одной комнаты. Гоняете. У меня тут первый... Алиса, у меня первая неделя карантина. Первая неделя карантина, и знаешь, как мне 5 человеку выпить? Это какая Алиса? Это какая Алиса? У меня первая неделя карантина, знаешь, с чем я столкнулась? Боже, это такая проблема. Ты же знаешь, Алис, что у меня времени вообще в принципе нету. Я с утра до ночи всегда на работе, в школе, уроки у нас проходят до 12, а то и до часу ночи. И это логично, и, наверное, надеюсь, меня поймут, я не высокомерная тварь. У меня уборщица в доме, то есть ко мне приходит... Уборщица? О май гад! Ну, это, знаешь, сейчас начнут наши русские девочки, ой, ну вот сучка выпендривается. Я к чему, что я столкнулась, Алис, знаешь, с какой проблемой? Да, мне в кайф сейчас заняться уборкой, потому что у меня есть много в свободном времени. Котик, я не знаю, где в моем доме тряпка. Да, ты возьми просто простынь какую-нибудь, любую, и порви ее на части, вот тебе и тряпка. Да? Ну да, я так и делаю, когда у меня нет тряпок. Я беру старую простынь, покупаю ее и мою. Я сегодня, кстати, стала центральной уборкой. Веник я нашла. А? Веник нашла, тряпку нет. Вот, наверное, возьму простынь порву. Так что я думаю, что карантин тоже мне идет на пользу. Я научусь хорошо и качественно убирать. Не знаю, как у тебя... Канал, как и ты сама знаешь, что я и убираться, и готовить, это все такое... Для меня это сложно, как бы. Ну ладно, еще приготовить, а убираться это вообще для меня прям. Кстати, Маршат любит убираться? Не... Оказывается, не любит. Я уже поняла. Это месяц, что я одна убираюсь, и одна мою полы. Максимум он может все положить в посудомоечную машину, а я сама убираю. Нет, я сегодня сделала, кстати, на уборку и все полы помыла. На меня это вообще не похоже, потому что у меня такой рефлекс есть, когда я мою полы, у меня сразу пропадает аппетит, и у меня такое, знаете, у меня ощущение, что я вот-вот. Но я сегодня перестала себя, и я помыла полы. Я еще, знаешь, очень люблю, когда в квартире пахнет хлоркой, моющими средствами. Я всегда своей женщине по уборке говорю, я хочу, чтобы пахло так, чтобы я вот заходила, выходила из лифта, и у меня просто в коридоре уже, не в квартире, пахло моющим средством, потому что я обожаю запах вот этой вот стерильности. Просто в кровать и постельное белье чистое, только из машинки так пахнет вкусно. Вот это самое крутое ощущение, еще выйти из ванны, чистое постельное белье и заснуть. Да, но, кстати, мой муж очень любит убирать, и в Стамбуле он
всегда мне говорил: «Алиса, посиди, я сейчас быстро все сделаю». Так что, девочки, когда... неделю, первый месяц они так себя ведут, я тебе могу сказать. Потом через время они немножко расслабляются и сидят на кресле, как говорится. Нет, ну мой-то ладно, еще работает. Он не просто просил подтянуться. Поэтому ему простительно. Но вообще... давай, кстати, затронем вот эту тему по поводу иностранцев. Да, многие говорят: вот замуж за иностранца, а еще и араб, еще что-то, он тебя будет бить, заберет в ИГИЛ, еще там, ну, такие вообще гадости. Смешные говорили. Я вам хочу сказать, что то, как любят эти люди, мне кажется, мужчины, мало могут полюбить даже русские. Мало половин. Нет, на самом деле, если серьезно говорить об этом, то да, это просто стереотип. У каждой национальности есть свой стереотип, а у каждой другой национальности, да? Да. Что о нас думают, о русских, да, женщин? Ну, тоже думают не очень хорошие вещи, хотя не все являются такими, как все иностранцы думают о нас. Так вот, также и не все арабы, и не все мусульмане, и не все люди, которые живут в тех странах, они являются агрессивными тиранами, которые будут просто говорить женщинам, чтобы они сидели дома и ничего не делали. Нет, это не так. Это не так совершенно. Я бы не выдержала просто с таким человеком жить 2 года, а мы уже 2 года вместе. И мы тоже. Ну, только у нас немножко по-другому. Но это очень круто, Алис. Я очень счастлива за тебя. У тебя глаза горят. Я знакома лично с твоим мужчиной. И я тебе хочу сказать, что это прям видно и чувствуется вот эта любовь. И я понимаю, почему ты пропадаешь из истории в Инстаграме, потому что у тебя действительно классная жизнь, понимаешь? Уютная, ты чувствуешь себя любимой. Просто, понимаешь, у нас такой русский менталитет, не нужно слишком кого-то сильно хвалить, чтобы другие там не позавидовали или что-то. Поэтому не нужно меня хвалить сильно. Дай бог, оно есть, как оно есть. Можно я поплюю? Фу-фу-фу. Подожди, я сейчас возьму стихи, а то у меня Айка. Алис, я не знаю, что происходит, но мы с тобой можем болтать вечно. Давай, Зая, я тебя жду. Давай. Speak my English language, guys, with my followers. Everybody who wants to ask me some questions, they can do it right now, because my girlfriend, she goes somewhere. Jammer, dass ich muss stoppen mit Ex on the Beach. Vermesset mit Jammer, want ich hab nie mein Mann gewonnen, und ich bin hier blöd, dass ich gestoppt bin mit Ex on the Beach. Alisa, Ex on the Beach, ihr bent echt ein Schatje. Danke, well. Alisa, что пишут наши европейские подписчики? Слушай, ну они меня спрашивают большинство, вот последние просто сообщения я прочитала, которые сейчас спрашивают большинство про проект, в котором я участвовала 1.5 года назад, или может быть 1 год прошел, я не знаю точно. Но они спрашивают, ты вернешься на проект? Я говорю, конечно же нет, потому что я нашла своего мужчину, я нашла своего любимого, и эти все проекты уже телевизионные. Неинтересно. Привет из Севастополя, девчонки красивые, не болейте, дай бог вам здоровья. Спасибо большое. Дай бог вам здоровья, спасибо большое. Честно, очень ребят, приятно. Я так хочу, чтобы все были здоровы. Да, очень приятно читать эти сообщения, такие приятные, очень классно. Многие люди нам написали, мы просто с тобой ничего не читали, но спасибо за приятное сообщение всем. Яночка, моя любимая, у тебя сейчас самый лучший проект, Алиска, Дом любви. Спасибо да. большое. Яна, это твоя сестра, Алис? Нет, она моя двоюродная сестра. Да, я помню, что Яночка, это сестра из Украины. Из Украины, да, она живет там. Янулечка золотая наша. Я соскучилась. Слушай, тут уже не первый раз задают вопрос. Алиса, с Барзиковым общаешься? Нет, мы с Барзиковым не общаемся, как бы мы даже, по-моему, заблокировали друг друга. Вот, нет, у нас уже все прошло, это было давно, и вообще это было не со мной.
Не нужно мне его припоминать. Он такой человек интересный, конечно. Интересно. Это было... Я видела, он в Америке, да, сейчас? Я не знаю, я за ним не слежу. Где он и что он последний год, уж точно я не знаю, как у него жизнь складывается. А, так. Я тоже соскучилась, моя красотулечка. Зайка моя, моя любимая. Блин, как круто, что все нас сейчас видят. Как сейчас... круто выходить в эфиры, правда? Причем... Уже, наверное, тоже давно, ну, год, наверное, не выходила. А ты сколько? Алиса, я не знаю, сколько. Я вообще не люблю эти дела, потому что я постоянно в работе, и я не понимаю, как люди постоянно сидят в прямых эфирах, понимаешь? В моей работе я считаю, что мы должны показывать именно профессионализмом, но, как зачастую, да, работает реклама намного больше. Поэтому с утра до ночи все делают эфир и продают себя. Я не умею продавать себя, я умею делать качественный продукт. Ну, наверное, карантин мне дан. Знаешь, а? У вас, так как вчера Путин, наш президент Российской Федерации, сказал, что он продлевает карантин до 31 или до 30? До 30 апреля, да. В апреле тебе нужно бы, я думаю, сделать марафон какой-нибудь, нет? Я участвую в марафоне, Алиса. Я участвую в марафоне очень круто. Делать его. Да, я участвую в очень крутом марафоне, он для визажистов, там 9 сильнейших спикеров, визажистов из ближнего зарубежья, Казахстан, Украина, Россия, и все очень классные, креативные ребята. И 6 числа как раз последняя дата, когда наш марафон закрывает уже, набирает, да, всех закрывает, и очень классная возможность для участников. Мы будем делать видеоуроки, то есть каждый из нас крут в определенной теме. И кто-то очень классно делает цветные макияжи, кто-то делает креативные нереальные работы. Я хочу рассказать о коррекции лица, потому что это очень важно. Именно такой, знаешь, точечно нюансный. И 6 числа у нас как раз, до 6 числа марафон. Очень круто, девчонки, кто визажисты, подписывайтесь, посмотрите у меня информацию на странице по поводу марафона и подписывайтесь, потому что будет очень информативно. Прикольно, вообще здорово. Слушай, я думаю, может, и тебе уже стать визажистом, Алиса. Мне кажется, вся Европа уже стояла бы на ушах. Нужно собраться с силами, и, может быть, я тоже присоединюсь к вашей... Снежана, вон тоже согласна, чтобы ты была визажистом. У тебя приезжай, слушай, карантин закончится, приезжай в Севастополь. У меня очень же много, ты знаешь, учеников с Европы, со всего мира, и ученица из Чехии, из Праги, которая была до Нового года, делает очень большие успехи тоже. И я к чему, Алиса? Лучше, чем наши визажисты, мастера, никого нет. А ты со своим вкусом порвала всех бы. Да, нужно начать, хотя я уже многому, на самом деле, от тебя научилась, когда я приходила на твои занятия, смотрела, ты мне какие-то фишечки давала. Я очень много от тебя взяла, на самом деле, по макияжу. Ты у меня просто бог макияжа. У меня никого лучше вообще... людей, которые знают про макияж, как это все делать классно и красиво. Я никого не знаю больше. Только ты. У меня просто Алиса Герчук, the best. The best number one. Спасибо. Ты же знаешь, я скромная, я все в своей работе, но что касается техники... Наоборот, потому что у тебя... Да, блин, лучше тебя реально никого нигде нет. Ты самая лучшая, у тебя самые крутые макияжи. Я смотрю твою страничку, я просто наслаждаюсь и кайфую. Они у меня такие, знаешь, они у меня технически идеально чистые. Для меня вот это пункт прям, чтобы было идеально. Креатив иногда, я смотрю на твою страничку, такие креативные просто макияжи есть, что я просто сижу и смотрю, думаю, как до этого можно додуматься? Как? Спасибо, мне... Вон мои ученики пишут, макияжная мама. Макияжная мама сидит дома. И... Да.
Я сижу дома шестой день, и если до этого я жаловала, что я хочу отдохнуть, и я устала от людей, потому что в школе постоянно очень много людей, и нужно давать информацию и отдавать свою энергию, то сейчас я всех люблю, я готова бесплатно все всем рассказывать. Я не знаю, что будет после карантина, потому что я всех просто зацелую. Я обожаю своих учеников, обожаю своих моделей, я просто мечтаю, скорее бы все закончилось. Знаю тебя, я представляю, как тебе сейчас будет трудно, потому что ты еще на самом деле не поняла, в чем серьезность, я думаю, этого карантина, но это на самом деле очень долго. Да, еще недельку, две. Блин, я не знаю, тебе нужно просто визаж делать через, как сейчас показывают, я смотрела сегодня Малахова. Перчатками, это я скинула. Да, с перчатками через стекло делают вот так вот мейкап. Поэтому я не знаю, как ты выдержишь месяц просто без своей профессии. Я надеюсь, это очень быстро закончится. И сейчас продлили Россию еще на месяц. Я надеюсь, что еще дольше... Ой! Еще дольше продлевать не буду. Котик, ну расскажи хорошо. В России понятно. Я уверена, что мы с этой проблемой справимся быстрее, потому что Путин идет впереди. Понимаешь? Он... Сейчас очень круто все. Но как у вас? Почему это допустилось у вас? А в Испании почему? Что еще раз? Почему у вас произошло такое тотальное заражение? Да, мы сейчас чуть ли на втором месте стоим по заражению. Я не знаю, почему это произошло. Я не совсем хочу высказываться по поводу России, потому что я считаю, что... Девочки, 5 минут, обещаю, поболтаем еще 5 минут и переходим на макияж. Да, переходим на макияж и будем отвечать на ваши вопросы. Мы просто сейчас обсудим нашу тему. По поводу того, что Россия, я считаю, она скрывает просто, и весь мир об этом сейчас говорит, что Россия скрывает, насколько людей по статистике болеют этой болезнью, да, этим вирусом. Поэтому я считаю, Россия говорит неправду. Конечно, это не очень классно говорить в прямом эфире, это не очень хорошо, но то, что сейчас выставляют в России, говорят, что мы мега-супер крутые, у нас есть система, Путин говорит, что и поэтому у нас нет этого вируса, хотя Москва, например, это просто миллион... Ну, Москва, я считаю, Москва, там, да, ты сама понимаешь, Москва, это такой город, туда все съезжаются, и там эпидемия. Там... Почему... Почему Крым? Я не согласна с тобой, кстати. Почему Крым? Потому что почему у нас нет такой эпидемии? Потому что, да, есть придурки, которые я вот наблюдаю в историях даже своих моделей, которые гуляют, тусуются, и она такая, знаешь, она против карантина, но тусуется с подружкой, встретилась. И вот, нет, мы против, мы вот это. И сами разошлись по домам, разнесли бактерии. Но у нас, вот я смотрю с балкона, у нас пустота. Я живу над Арт-бухтой, у нас пустота, людей нету. И если вспомнить, как в 2014 мы переходили все в Украину, да, из Украины в Россию, то у нас такой народ, очень, очень собранный. Сели и сидят. Дай бог. Дай бог, чтобы оно так и было, Алиса. Я не совсем согласна с твоим мнением, но да ладно. Могу, да, давай сказать, вот это опустим. Потому что я здесь нахожусь, и как бы оно там ни было в России, правда это все или неправда, я думаю, что пару нулей нужно прибавить, конечно, к заболевшим и к умершим. Но я сейчас нахожусь в другой обстановке, нахожусь в Испании, и здесь на самом деле очень-очень плохая обстановка, очень депрессивная обстановка. Хоть и у нас и солнышко светит, и видно и море с окна, и горы. Обстановка депрессивная, потому что никуда не выехать, не выйти. И слава богу, просто что мы живем напротив, как бы с видом на море, и это только меня успокаивает сейчас. Была бы я в другом месте, где-то, если бы не было такого красивого вида на природу, я бы, наверное, сошла бы с ума. По поводу России не хочу сильно высказываться, потому что мы сейчас в прямом эфире, но у меня есть свое мнение по поводу этого. Кстати, Оксаночка сейчас вышла к нам в прямой эфир. Это жена моего двоюродного брата. Пишет: «Ой, ребят, что вы говорите? Такая страна. Все шашлыки варят, и типа так мало заболевших. Бред». Я согласна полностью с тобой, что там скрывают статистику, да, заболевших. Я считаю, что это правда. Потому что в такой большой стране, самой большой в мире,
не может быть меньшее количество, чем бодиспа. Зая, давай перейдем на макияж. Зая, да, у нас сейчас такой спор с тобой будет. Да нет, да, нет, не спор. Просто, понимаешь, есть моменты, которые... Ладно, давай об этом не будем. Это все политика, на самом деле. Это не только... Это не только коронавирус. Я считаю, что это и политика. Да. Хорошо. Ладно, закроем на этом тему. Я себе подолью немножко винишка белого. Давай, давай, котик, винишка, и будем приступать. Я буду рассказывать, и будем... Том о сём. Непонятно о чем. Нужно уже начинать делать классный макияж. Я сейчас, кстати, вообще, я еще раз хочу повторить, кто сейчас зашел. Я вообще без макияжа. Алиска моя тоже без макияжа. Мы вышли совершенно без фильтров в Инстаграме. Такие, какие мы есть на самом деле. Потому что мы всегда за правду. И мы хотим сейчас сделать супер классный мейк. Нюд. Каждодневный макияж. Слушай, я не знаю, у меня что-то с прической не то. Прическа, знаешь, что я сегодня увидела тебя в истории? Ты такая крутая, потому что мы с тобой пользуемся одной и той же техникой в плане увлажнения, подготовки лица. Честно, Алиса. Я ее обожаю просто, да. Это что-то нереальное. Девочки, я прошу вас обратить внимание. Estée Lauder – это ночная сыворотка. Но я ее днем наношу перед макияжем. Да, Алиса, потому что она нереально круто работает с этой проблемой. Сейчас весна, у всех проблемы с шелушением, да, и зачастую у меня очень много различных классных баз, но вот этот продукт, я, кстати, купила в Витоле чемоданчик красный, и в этом чемоданчике был этот продукт. Мне очень... Я его использовала сначала на ночь, а потом... попробовала использовать как базу под макияж. Я тебе хочу сказать, что это что-то нереальное, потому что он убирает все. Стоит от этого. Да, я просто уже нанесла все крема и все базы. Да, я видела. У меня маленьких коробочек, пробников стоит, и большие. Я очень довольна просто этой сывороткой. Как да. Называется в русском? Я тебе сейчас покажу, ты же знаешь, я английский плохо знаю, как? Нет, по-русски. По-английски я знаю. Estée Lauder. Ой, я не умею читать. Night, ночная сыворотка. Причем она возрастная. Надо же. А ты крем под глаза пробовала? Той же? Да, у меня есть, я тебе сейчас его как раз покажу. Это просто нереальная штука. Но самое интересное, что сейчас в Витуале продается чемодан красный, который я купила себе по акции. 8000 рублей этот чемоданчик стоит. В этом чемоданчике вот эта сыворотка. Сыворотка стоит 4000 рублей в этом миллилитраже. 4, чемодан 8. В этот чемодан входит сыворотка, жидкость для снятия... для макияжа, для снятия, потом вот этот пробник вокруг глаз, нереально крутой, тени, две палетки, три помады и блеск нереально крутой. А? Это все от Estée Lauder идет. От Estée Lauder, причем 8000 рублей в Ритуале. И я вам хочу сказать, что, девочки, я советую всем, если вы хотите идеальный тон, это идеальная база. Самая крутая сыворотка, она подойдет под любую кожу, мне кажется. Она, да, она очень, она, причем она для возрастной кожи и ночная, но я ее использую как базу. Теперь я использую зону вокруг глаз. Ходи еще раз, чтобы люди смогли заскринить, если нужно. Это да. Что получается? Этот Estée Lauder. Блин, плохо так видно. Зай, поближе. Ага. Не видно. Ну, нет, мне видно нормально. Вот, скрините, если нужно. Да. Вот эти два продукта, которые мне очень нравятся. Я всегда наношу, потому что я пробовала, мне не нравится. Ты же знаешь, как я ненавижу, когда тон лежит плохо. Это просто жесть.
Сыворотка реально меня спасает в данный период времени. Сейчас ждем немножечко уляжется. И у меня продолжим. Уже 2 часа да. прошло. Может, мне снова нужно намазать? Да, давай, еще. Да, он там просто в другой комнате молодой человек лежит, работает. Не буду, наверное, его. Сегодня я покажу этот продукт, а вообще у меня очень много различных баз, которые я тоже хочу подробно разобрать. Да, это база, которая в аптеке стоит там что-то 30 рублей. Ты мне рассказывала, что есть такая база? Гиалурон. Гиалурон и F99. Наверное, нет, потому что есть. Вот он. Девочки, для русских девчонок, отдельно говорю, гиалурон нереально круто работает под тон. Чистый гиалурон. Что хотела? Алис, у тебя есть фиксатор для макияжа? Да, у меня есть фиксатор для макияжа, и я его, кстати, недавно купила, перед Новым годом. Хотя это не так уже недавно. Боже, ты опять упала. Сейчас, секундочку. У меня просто здесь все так связано-привязано. Я не успела разложить свои продукты. Вы спрашиваете, где продается гиалурон? Также есть. Это гиалурон? Сейчас, подожди, Алисик, подожди, про гиалурон спрашивай. Гиалурон продается в аптеках, и стоит он, по-моему, 130 рублей. Это в России гиалурон. Девочки, это нереальный продукт. Я тоже покупала, мне понравился. Да, маме тоже мы, по-моему, покупали, да? Да, вот у меня есть Urban Delay. Urban Decay. Да, класс. Фиксатор. Погодняя была просто распродажа, я купила. Я никогда раньше не пользовалась, но я поняла, что эта фишка реально работает. Эта фишка работает даже как промежуточный этап перед нанесением тона. То есть у меня, например, для клиентов это Clarins в школе NYX. Я использую фиксатор иногда до тонирования лица. Почему? Потому что есть определенные шелушения, которые мы не можем закрыть. А фиксатор, он такой немножечко создает классную подложку, которая может немножечко прибить шелушение, убрать. Да. Поэтому я наношу фиксатор. Он очень круто пахнет, Clarins. Офигенно, мне очень нравится. Дай сейчас фиксатор. Мне тоже нанести сейчас фиксатор? Да, давай фиксатор. Мы сейчас вместе делаем мейк, класс. Девочки, мы начинаем наш макияж, и у вас есть уникальная возможность сделать макияж с нами. Сашечка, моя ученица. Мы да, делаем... зеркало где-то или как у тебя? Просто у меня проблема. Я смотрю просто смотрю в телефон, котик. Хорошо, но я не настолько профессионально. Девочки, я всем напоминаю, что мы делаем макияж вместе, и у вас есть уникальная возможность получить бесплатный урок от меня. То есть мы с вами сделаем сегодня макияж, а потом в личку я жду ваши фотки и будем разбирать фотки макияжа и будем разбирать ваши ошибки. Guys, friends, followers, we want to show to you right now how you do makeup with the best makeup artists from Crimea. And we begin right now, so just follow us and see how we do that. Все, я нанесла, сейчас должно все питаться. Я вообще в первый раз слышу, что нужно фиксатор наносить на лицо, но это прикольная фишка такая. Это прям фишка number one, которую вы сегодня услышали, друзья. Я об этом слышу первый раз. Я думаю, вы тоже первый раз об этом слышите, поэтому наносите фиксатор до того, как вы наносите тоналку. Тоналку. Коди, какие у тебя тоналки? Дай, у меня сейчас я Айкис свой вставлю в машинку. Антиреклама, да? Реклама Айкиса. Антиреклама. Друзья, не курите. Это все не курите. Фигня. Так,
У меня две тоналочки. Сейчас я их найду, потому что не успела все разложить. У меня две тоналки, на самом деле, на данный момент. Но у меня плюс еще много пробников. Потому что каждый раз, когда мы в Европе закупаемся, очень много пробников дают. Поэтому я иногда даже крема не покупаю для потому что все есть и так в пробниках. Очень много пробников, да. Так вот, сейчас у меня два любимых моих тональника. Это Clarins и Estee Lauder. Clarins and Estee Lauder is my favorite foundations. Estee Lauder у тебя nude или Estee Lauder Double Wear? Double Wear. Это у меня Double Wear. Плотный, максимально, да? Максимальная плотность. И прикол в том, что Clarins тоже у меня максимальная плотность. Но Clarins, он немножечко помягче, он увлажняет, но он тоже так же матирует. Знаешь, что я заметила? Что Estee Lauder, он реально держится очень долго. Он может держаться 10 часов спокойно. Но Clarins держится не более 2 часов. Он Котик, ты пробовала? Пробовала их смешать? Нет. Это нереально круто будет. Почему лучше смешивать продукт? Потому что, например, давай подумаем логически. Что нам необходимо? Нам нужна хорошая фиксация от Estee Lauder и хорошо перекрыть наши проблемы. Да? Но Estee Lauder может немножечко пересушить, создать ощущение маски. Да, он... И поэтому... Да. Да, да? Есть такая тема, немножечко пересушивает. Он тоже прям очень сильно кожа. Нужно, чтобы кожа была настолько, подготовлена. Покупать 2 литра воды в день, чтобы ее наносить. Да, на самом деле очень сильно сушит кожу, да. И его очень сложно нанести так, чтобы не было заметно, потому что это все-таки такой тон, который для проблемной кожи, очень проблемной кожи. И что я делаю? Причем на базовом курсе я всегда рассказываю про этот продукт, Estee Lauder, мне очень нравится. Почему? Потому что он действительно борется со всеми проблемами в зависимости, как его наносить. Но если мы добавим какой-то увлажняющий тон другой даже марки, но на одной основе, да, силиконовая основа, не силиконовая, мы возьмем от Estee Lauder матирование и хорошую фиксацию и покрытие, а от другого тона мы возьмем увлажнение. Это будет смотреться нереально круто. И будет фиксация, и будет увлажнение. Прикольно вообще. Давай попробуем сейчас все смешать. И скинь все на лицо. Давай. Ты берешь Estee Lauder, смешиваешь с колорансом, а я расскажу о том, что я люблю использовать, когда я не успеваю на работу накраситься, и мне нужно выглядеть очень-очень свежо. Ну, так вот такое чувство, что как будто я не красилась. Можно я прерву тебя, потому что я только что выдавила 2... тональника, один получается он больше еще, другой меньше. Я не понимаю, может быть, другого... А ты уже зависит, что ты хочешь. Ну, что я хочу? Чтобы у меня был идеальный цвет. Слышишь, кто-то пишет толстый, русский. Бойко himself, fuck you. Такой смешной, я могу ему станцевать еще. Самый стройный. Да, это у нас напоследок. Кстати, вот на станции будет напоследок. Мы всегда любим все оставлять на это. Да. Давай, переведи своим иностранным... Ой, это так сложно, потому что все эти формулировки по поводу макияжа, это очень сложно переводить. Тогда у меня всегда не на 100% уровне, чтобы сейчас все сказать. Хорошо, смешивай, а я расскажу про мой топчик домашний, когда я выбегаю из дома и опаздываю на работу. Давай, я буду показывать. Это белорусская бибишка. Это белорусская бибишка фирмы Белита, Витекс. Это нереальный продукт, который я наношу утром перед работой, потому что ощущение свежести и легкости вообще нереальное. Я прихожу на работу, мне говорят: «Алис, ты что, выспалась?» А я нифига не выспавшаяся, понимаешь? Я просто нанесла... Я знаю, как
Спишь по два часа, да. В сутки, да, я сплю по два часа, потому что у меня муж далеко. И вот я наношу вот эту вот классную бибишку белорусскую, и все очень круто. И сколько она стоит? Какая цена? 160 рублей. Да ладно? Да. Тут задают вопрос. А, тут уже хотят ко мне на брови. Долговременную укладку по-любому, потому что... Да, Алиса, ты вообще приедешь, я тебе тоже сделаю долговременную укладку. А? Ты когда приедешь, я тоже сделаю тебе долговременную укладку, потому что это что-то нереальное. Только жесткие, что это будет смотреться. Я просто их постригла, у меня растут они постоянно. Не смей стричь, запрещаю. Ты посмотришь, не стриги. Потому что они у меня растут, и я не могу, они мне каждый раз спускаются здесь. Мне молодой человек говорит, что это такое, поэтому я их подстригаю, что я могу сделать. Слушай, у тебя есть время во время карантина не стричь брови. Можешь отрастать, приедешь ко мне, я тебе сделаю нереально крутые брови. Вот, девочки, сделайте скрин, это бибиха, которая сделает ваш оттенок лица нереально крутым. Да я улыбнусь хоть на фоне твоего крема. Все, подожди, улыбайся. Давай, улыбайся. Ну все. Что я буду использовать? Ты берешь Estée Lauder и Clarins, я беру Мишу. Все знают, что... Спасибо большое за крутые брови. Я использую Мишу. Ты слышала про Мишу? Нет, это первый раз. А Федора нет, ничего не слышала. Миша, Федор. Миша — это корейский бренд. Очень классный биби. Почему? Потому что не всегда нам нужно делать плотное покрытие, особенно в нюдовом макияже. Особенно днем, котик. Поэтому я буду использовать сегодня Мишу. Миша нереально. Вон у меня муж пишет уже, что-то там смеется над нами. Кто такой Миша, он спрашивает. Кто такой? Наверное. Причем Миша двух оттенков. 13 и 21. У Миши серый подтон идеально подходит под наш... Это смешно, Миша. У Миши серый подтон. Понимаешь? Это серьезно. У Миши серый подтон. Подтон просто у Миши серый, поэтому... Можно приобрести Мишу, Зай, спрашивают подписчики. Где приобрести Мишу? Мишу приобрести в... О, где я покупала? По-моему, на... Не Сефора. ЛДБТ. Миша на ЛДБТ. Это и сайт? Возьму... А? Это сайт какой-то или что? Да, это сетевой магазин крупный ЛДБТ. В России знают. Там я беру Мишу. И сегодня для себя я возьму 21 тон. Алис, ты вообще, когда не на людях, вот в прямом эфире, ты когда тонируешься, ты рукой тонируешься либо спонжем? Я привыкла спонжем тонироваться, хотя я знаю, что на самом деле, когда наносишь все руками, все намного лучше ложится. Я так привыкла спонжем, и так легко все вот это вот вводить, понимаешь, весь фондейшн в лицо, что привыкла делать со спонжем, даже когда я делаю сама по себе. Слушай, ну тогда я тоже спонжем, как будто я нереальный профессионал. Да ты и есть нереальный профессионал, не нужно сейчас себя... У тебя такой тон светлый, мне кажется. Сейчас, подожди, я же ничего не вижу. У меня тут хоть и профсвет, но... Нет, прекрасный тон, это я просто очень красная от вина. Окей. Давай, Зай, наноси сейчас. And then would he make up at this anime on this simple raven? Fuck you, guys! А как его заблокировать? Что я не пишет? Знаю. Чувак, он постоянно нам какие-то плохие пишет комментарии. Я не знаю, как его заблокировать, честно говоря, потому что я боюсь выйти сейчас с эфира. Ну да ладно. Ладно, пускай пишет. Котик, просто свет не очень, а на самом деле очень хорошо. Почему? Потому что... Но у тебя светлее кожа, чем у меня. Конечно. Ты у меня смуглая девочка. Так, наноси, Зай.
Я не знаю, просто мне кажется, что свет холодный.